Подводить итоги уходящего года – не самое приятное занятие. Приходится быть честным, в первую очередь, самим собой. Приходится признаваться, что-то давалось чертовски сложно. Что-то получалось не идеально, что-то вышло совсем не так, как планировалось. И каждая неудача – неотъемлемая часть нашей работы и нашего опыта. И только после осознания и признания провалов время говорить о победах. О тех больших и маленьких достижениях, которые сделали жизнь каждого днепрянина комфортнее, здоровее и безопаснее. О тех больших и маленьких подвигах, которые ежедневно совершали наши врачи и учителя в этот ужасно сложный год, когда форс-мажор стал рутиной. Я благодарен каждому, кто трудился весь этот год на благо нашего города. Вы лучшая команда. Команда под названием «Город Днепр». Я счастлив быть частью этой команды и нашего города. С Новым годом!